Сергей Довгяло не случайный человек на земле. Он родился в деревне Новые Громыки Ветковского района. Семья занималась овцеводческим хозяйством, так что к труду приучен с детства. В свое время Сергей Довгяло с отличием закончил Будокошелевский техникум по специальности техник-механик. После поступил в Белорусский институт механизации сельского хозяйства. Работал в Добруше в агрокомбинате «Новый путь» инженером по переработке молока. Затем 7 лет в управлении сельского хозяйства Калинковичского райисполкома. Сначала ведущим инженером, потом главным. Потом мне предложили идти в хозяйство. СПК Гулеевская, ну, я думаю, что надо сходить, посмотреть. Потому что, ну, как бы со стороны командовать хорошо, но лучше побыть здесь. Потому что я думаю, что здесь более интересно. В свои 34 Сергей Довгяло начинал работать в сравнительно небольшом хозяйстве. Всего 4 деревни входило в его состав. Постепенно присоединяли новые села, и СПК Гулеевичская превратилась в СПК «Дружба Автюки». Сегодня это 11 деревень, 4 сельских совета. Хозяйство делает ставку на животноводство и выращивание кукурузы, фуражной и на семена. В СПК «Дружба Автюки» умеют не только хорошо работать, но и весело отдыхать. Знаменитые автюковские фестивали юмора, которые уже перешли в разряд международных, проводится в том числе благодаря помощи Сергея Довгяло. А еще в хозяйстве 11 коллективов художественной самодеятельности. Я думаю, что очень важно людям создать честь, уважение и дать возможность человеку почувствовать, что в первую очередь решает он то, что здесь происходит в нашей деревне, и все зависит в первую очередь от труженика, который работает на месте. Забота о людях для Сергея Довгяло на первом месте. На строительство жилья хозяйство брало кредитные ресурсы. Теперь 63 молодые семьи обеспечены благоустроенным жильем. Практически с нуля в Сыроде построена школа, физкультурно-оздоровительный центр, ФАП, асфальтированы дороги и газифицированы дома. Сделаны ремонты в школах. Немалая личная заслуга Сергея Довгяло и в деле строительства на территории хозяйства храмов, призванных возрождать и развивать традиционную православную духовность. За что, кстати, Сергей Иванович отмечен наградами православной церкви. Я думаю, что главное человеку, чтобы он имел возможность хотя бы раз в неделю, в это воскресенье, прийти в храм, чтобы мог и помолиться, чтобы на душе у него было и спокойно, и радостно. Как руководитель Сергей Довгяло пользуется большим авторитетом работников трудового коллектива. Вероятно, именно поэтому избиратели в третий раз доверяют Сергею Ивановичу представлять их интересы в районном совете депутатов. Возглавляет Сергей Довгяло и постоянную комиссию по аграрным вопросам. А в 2013 году указом президента страны наш герой был отмечен медалью за трудовые заслуги. Среди многочисленных наград теперь есть и диплом о присвоении почетного звания «Человек года» Гомельской области. Светлана Князева, Сергей Лукашук, новости недели.